пальцы. Все готово у нас. Самовары. Он готов. Роскошный. Вот такая у нас. Бар, телега. Лежу тут отдыхаю. Ирина Борисовна готова. Вот такой у нас ледяной бар. Красивый бар. Пирожки. Секрет счастливой семейной жизни. Вот муж мне подарил шапку, сказал, что она мне очень идет. И чтобы не заболеть, я должна в ней все время ходить. А я, как хорошая девочка, слушаюсь его и хожу. Хотя сильно сомневаюсь, что она мне идет. Как послушная жена, прислушиваюсь к советам мужа. Вот шопинг на борту. Соболя сибирские. Жилеты. Ой, малыш, можете такой привезти? Так, здравствуйте. Ох, тут у вас и рыси. Вот это красота. Ты, так я приеду домой со шкурками. Мы на шопинге с Агановой. Ага. Вот они, пончики у меня. Вот такая красота. Катька, Михаил, Екатерина рядом ревнует. Ревнует, ревнует. Я даже так, теперь я смотрю, у меня еще вот такой соболек. Ой, какая красота поисковая. Вот это красиво, кстати. Вот это мне нравится. Да, что ты меня хватаешь? Завидует. Подождите, завидует. Шапка у вас упала. Затоптали, но соболя. Да, я тоже поверю. Это волк у меня, вот между волком. Сейчас буду ваше мнение спрашивать. Вот волк. Такая вот прелесть есть с помпончиками. Ну что, Сибирь, не шутки вам. Хоть и месяц май на дворе, а надо голову в тепле держать. Мы едем в Енисейск. Ждем катер. Дебаркатор, так сказать. И отправляемся в город Енисейск. Вот она, вот красота. Пойдем сейчас в монастыри смотреть и храмы.